Всем привет! Продолжаем знакомиться с главами книги «Библия» в иллюстрациях «Гравюра на дереве» Юлиуса Шнор фон Карсфельда с библейскими текстами по синодальному переводу. Поражение пророков Ваалов. Во время приношения вечерней жертвы подошел Илия, пророк, и возвал на небо и сказал: «Господи, Боже Авраамов, Исааков и Израилев, услышь меня, Господи, услышь меня ныне в огне. Да познают в сей день люди сии, что ты один Бог у Израиля, и что я раб твой, и сделал все по слову твоему. Услышь меня, Господи, услышь меня. Да познает народ сей, что ты, Господи, Бог, и ты обратишь сердце их тебе. И спал огонь Господен, и пожрал всесожжение, и дрова, и камни, и прах, и поглотил воду, которая во рве. Увидев это, весь народ пал на лицо свое и сказал: Господь есть Бог, Господь есть Бог. И сказал им Илия: схватите пророков Вааловых, чтобы ни один из них не укрылся. И схватили их, и отвел их или потоку Кисону, и заколол их там. Текст по книге «Библия» в иллюстрациях «Гравюра на дереве» Юлиуса Шнор фон Карсфельда с библейскими текстами по синодальному переводу.